everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. Bird's the winner. Well, the bird, bird, bird. Bird is the winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is the winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's the winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is the winner. Well, the bird, bird. The bird's the winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's the winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is the winner. Well, the bird, bird. The bird's the winner. Well, don't you know? Bob the bird wins. Здрасте, товарищи! Добро пожаловать на ТВ Джем. Если вы хотите хорошо отдохнуть, полным легкими 50, приведете две красивые девушки с собой, брюнетку и блондинку обязательно, спиннинг, рыбка. И если хотите узнать, где клюет золотая рыбка, конечно, у Литвинова. Рыбацкая база Литвинова. Джулиана Джули Джуджу. Ты что хочешь сегодня? Рыбу на грилу, рыбу отварную, что тебе есть? На гриле. Несколько зуба чеснока. Нажмем. Добавьте немножко рыбки в живот. Откройте бутыльку оливкового масла. Обязательно нальете. Затем морская соль. Морская соль на решетку, чтобы рыба не приклеивалась. Рыбу немножко зальем, девушки. А на гарнир девушки чего любят? Овощи. Овощи. Значит так, девушки, пожалуйста, сюда. Помидорчик на половину. Перчик. Опа. Дальше. Красный перчик. Возьмете немножко оливкового масла, зальете так сверху. Рыба любит масло, рыба из воды. Масло делает такую прекрасную корочку. Вот, девушки, грибы. А вообще такое замечательное блюдо. Когда хотите делать грибы на грилу, девушки, ставите это так. Возьмете немного оливкового масла, зальете в шляпки. Потом, девушки, добавьте в каждый грибочек понемногу соли. На соль добавьте немного перца. Возьмете одну глубокую штучку, закройте. Сейчас пойдет пара, и это все обжарится как надо. Возьмете чесночную давилку, туда добавите чеснок, пропустите. Сюда мы добавим соль морскую, перец накрутим. Добавим оливковое масло. Порежем немного петрушки. Возьмешь ложку, все это промешаешь. Чуть-чуть лимона. Ставишь у край мангала. Масло нагревается и получается суперский аромат. Уже получился. Потом грибы потихоньку все получают. У грибы, конечно, можно добавить всегда немного чеснока. Это тоже будет супер. Опять закроешь. Есть такие штучки, называются они строительные лопатки. Очень хорошие и очень удобные. И больше ничем рыбу не повернешь. Когда рыба сама отклеится, она готова. Если рыба не отклеивается, она не готова. Нальешь масло. Опять бросишь морскую соль. Опять рыбку немножко смажем маслом. Сейчас это все повернем на другую сторону. Уже рыбу обжарили с две стороны. Добавим перчики. Замастим перчики. Лимоном их немножко. Посолим крупной морской соли. Накрутим. Лук добавим немного. Я очень люблю жареный лук. Тут у нас есть цукини. Я люблю немножко цукини такие. Алденте. Туда можно добавить немного оливкового масла, чеснока. Грибы у нас готовы строительными шпателями, это делается очень удобно. Возьмешь это так и привернешь. Очень интересно, возьмете немного вина белого. Тоже сюда можно добавить несколько капелек. Если кто любит острый перчик, добавьте немножко. Сейчас мы то повернем. Уже у нас перчик смягчил. Добавим помидорчики. Все, то мы немножко так сделаем. Опять еще немножко посолим. Рыбку заливайте, масло не жалейте.
sjeti ovoši koje mi izdelali, dobavim u belo vino, česnok, petrušku, limon i solj. Pa tom, eto, prosto zdelem tak. Što bi ja nosio smješalos? Jesi ljubiš zapah kak je to trave, a ti prosto brosi čerez rešotku što bi ono garilo na ugljak i što bi aromat hadilo tvoje obljudo. I jesi hoćeš uznat što riba zdarova, prosto stavit na sredinu špatel. Jesli ono razdeljajece od kasti, ono uže gotovo. Ставиш зестак противен, заливаш сюда немного чеснока и оливкового масла. Потом возьмешь строительный шпатель, рыбку просто ставишь на этот чеснок. Опять это все вылишь. Потом возьмешь вилку и снимешь плавники. Значит, снимешь потихоньку эту кожу. Когда начнет рыба отделяться, так легко, значит, уже готово. Все это добавите в это масло с лимоном, чесноком и так дальше. Так надо ходить у Литвинова на рыбалку, так рыбу надо жарить. Тренируйтесь, смотрите ТВ Джем. Спасибо, чао.